Ребят, всем привет! У меня сейчас в руке матовая помада. Это паста, помада. Сейчас мы узнаем, что это такое. Совичита очень долго выпускали именно бриолины, помады на водной основе. А теперь они выпустили именно пасту. Она выглядит кремообразной. Ну и такая, как бы, напоминает смалец немного. Я ее растер по ладоням, и она приобрела такой белый оттенок. Наносим на волосы все так же и максимально быстро. Паста очень быстро высыхает, поэтому нужно ее как можно быстрее наносить на волосы. Как и обычную пасту, так и любое другое укладочное средство мы всегда берем по чуть-чуть. Взяли по чуть-чуть, растерли по ладоням и поехали дальше. Никогда не берите много. Паста не оставляет блеска, но не так сильно матирует, как Империя. Поэтому они немножко разные, и сравнивать их, в принципе, нет смысла. Но также она не склеивает волосы, и в любой момент вы можете перезачесать волосы. Провести рукой сквозь волосы, и всегда можно сделать новый уклад. Совисито очень тесно влияет на субкультуры и участвует на разных мероприятиях в Штатах, на байкерских фестивалях, субкультурных и субкультурных. То есть они не сидят на месте и смело считаются нашими товарищами. Данное укладочное средство можно приобрести в любом из фризеров. Узнать, есть ли фризер в вашем городе, можно перейдя по ссылке freezer.eu.